44-е заседание Совета было посвящено работе муниципалитета с финансами. В первую очередь депутаты утвердили дату публичных слушаний. 18 апреля на обсуждение вынесут вопрос исполнения бюджета за 2017 год. Решением сессии также утверждены изменения в бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Сумма муниципального долга сократилась на 37,5 миллионов рублей. Кроме того, по поручению главы Анапы сокращены расходы на обслуживание долга. Председатель контрольно-счетной палаты отчиталась о работе ведомства в 2017-м. Проведено 35 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Проверки прошли в 12 структурных подразделениях администрации. Объем проверенных средств составил 208,7 миллионов рублей. Без учета внешней проверки, отчет об исполнении бюджета. Проведена экспертиза проекта решения Совета о местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. В прокуратуру было направлено 8 актов проверок, в администрацию 6 представлений об устранении выявленных нарушений. Глава Анапы прокомментировал: эффективное расходование бюджетных средств – задача, которую он ставит перед каждым подчиненным. Независимый аудит просто необходим. Вопросы такие очень серьезные, но они необходимы для муниципалитета, для дальнейшей работы. И это как бы наводит нас всех на те решения, которые мы в рабочем порядке органы исполнительной власти принимают, это и по кладбищам, и по дому. То есть у меня тоже как бы были вопросы, я давал поручение привести все это в порядок. Сейчас эта вся работа ведется, чтобы у вас какое понимание было. Так что хочу поблагодарить за те решения, которые вы вынесли.